Всем привет! Это видео предназначается для моих партнеров, коллег и всех людей, которые меня знают. Пару дней назад меня пригласили на презентацию очень известной в интернете компании Sittingbox. Вы знаете, презентация была шикарная, спикер был вообще очень профессионален, и эмоционально было все супер. И те люди, которые сидели в зале было более 100 человек, я видел, что многим, в принципе, информация понравилась. Но если отбросить эмоции и оставить только факты, да, то давайте разберемся, что же предлагает Sittingbox. Sittingbox предлагает соцсеть, платную соцсеть, с абонплатой минимум $10 в месяц. Если зайти в интернет и посмотреть, то это за несколько лет последних, это далеко не первая социальная сеть платная. На моей памяти это 6-я, то есть 7-я соцсеть, которая пытается заработать на посетителя. Все соцсети, кроме одной SDN Live, в принципе, уже не существует, одна уже, можно сказать, почти умерла. Если взять то, что предлагает Sittingbox, то это еще блоговый сервис. Да, блоговый сервис, и они утверждают, что за счет раскрученности ихнего сайта ваш блог будет очень посещаемый, будет всегда в топе. Но любой человек, который хоть немного разбирается в SEO, вам скажет, что это далеко не так, это ложь. Также Sittingbox предлагает агрегатор путешествий, с помощью которого вы сможете очень выгодно найти перелет и забронировать отель. И они утверждают, что это их разработка, и она стоит кучу денег. Но если зайти на сайт Sittingbox и посмотреть исходный код, то вы увидите, что этот агрегатор путешествий – это скрипт сайта aviasales.ru. Это абсолютно доступна всем партнерская программа, вы у себя на сайте можете разместить точно такой же агрегатор путешествий. То есть это также обман. Также на презентации услышал, что разработка соцсети стоит от 200 тысяч долларов. Это также ложь. Вы знаете, можно хорошую соцсеть, движок хорошей соцсети за $500 купить, и она будет по функционально даже лучше, чем соцсеть, которая предлагает Sittingbox. И, в принципе, любой человек может себе сделать соцсеть. Вопрос в том, чтобы ее раскрутить. А если взять, допустим, посещаемость сайта, да, то вы сможете зайти на сайт alexa.com и посмотреть, что Sittingbox, посещаемость его падает. И буквально за последние несколько месяцев это очень низкая посещаемость. И это говорит о том, что все меньше и меньше людей приходят в Sittingbox. То есть, скорее всего, недолго осталось жить этому проекту. Поэтому, если вы туда уже отнесли свои денежки, я рекомендую вам поскорее забирать. Хотя бы хоть немножко отбить. Конечно же, на такие проекты очень много приходит людей, которые ищут халяву, которые хотят очень быстро заработать, ничего не делая. Вот. Но реальность такова, что такие проекты не живут долго, и это один из очередных временных проектов, куда просто подтянули опытных сетевиков, да, и которые очень грамотно проводят такую жесткую мотивацию, проводят очень такую массированную политику в интернете, и за счет этого, конечно, много людей потеряют свои деньги. Если подвести итог, то Sittingbox – это всего лишь очередной проект, который не проживет долго и который, скорее всего, сделает несколько человек очень богатыми. Да, я думаю, вы понимаете, о ком я. И большинство людей все-таки потеряют деньги. Что могу сказать? Друзья, выбирайте проверенные компании, не слушайте, что вам говорят ваши спонсоры, да, которые вам расскажут, что бизнес в интернете, на соцсетях, на каких-то программах ненужных можно построить очень надежно и надолго. Самое основное правило, которое написано почти во всех книгах по сетевому маркетингу, задайте сами себе такой вопрос. Вы бы купили этот продукт, если бы не были заинтересованы в заработке? Если вы положите руку на сердце и ответите себе честно и справедливо, я почти уверен, что большинство из вас насчет Sittingbox скажет нет. Вот. Вот вам ответ. Если нет продукта, бизнесу не суждено работать долго. С вами был Сергей Мартынец. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.